Пляж в Любимовке – излюбленное место отдыха севастопольцев. Обычно в разгар курортного сезона сюда приходят не только те, кто живет поблизости, а и приезжают из разных других районов города. Но сейчас из-за сложной эпидобстановки в регионе отдыхающих нет. А вот мусор, оставшийся с прошлого курортного сезона, как видите, есть. Мусор не только здесь. Совсем рядом зона для воркаута и детский игровой городок. Кажется, все хорошо, если бы не куски фанеры на песке и надписи черной краской или маркером. Урны переполнены. О наличии туалета сообщает только характерная буква. Да и воспользоваться им рискнет не каждый. Привести территорию в порядок должен оператор пляжа. Новый, прежний, не справлялся. Договор с ним прервали. Тот, что пришел на смену, уже начал работать. С мая месяца оператор проводит работы по закупке необходимого оборудования, уже, в принципе, оно закуплено. Обучение матросов-спасателей, приведение в санитарное состояние данного участка и, соответственно, полная подготовка к купальному сезону. Курортный сезон может открыться 15 июня, но только если улучшится эпидситуация. Как бы ни сложилось, подготовить пляжи к этому времени надо. Сейчас главная задача – обеспечить безопасность, установить оборудование и спасательные вышки, получить согласование МЧС и Роспотребнадзора. А еще разобраться с парковкой и подъездными путями, решить, нужен ли возле моря сквер. Вот это место до речки, чтобы была зона отдыха. Небольшие деревья, лавочки, все. Оператор обеспечит там элементарно удобный заезд сюда, на уже существующую сформированную парковку, которая уже известна жителям и пользуется, скажем так, вниманием. Что касается уже дальнейшего переоборудования всей территории, это уже мы будем принимать решение на основании предстоящих общественных обсуждений. Благоустроить пляж – задача минимум. В будущем преобразится обширный участок, вся прибрежная зона Любимовки. Работы проведут по соглашению с правительством Москвы. Все вопросы, волнующие жителей, поднимут на общественных обсуждениях. Проектирование начнется уже в этом году, а оценить новый облик знакомой территории севастопольцы смогут в 2022. Анастасия Синица, Михаил Волобуев. Новости Севастополя.